Предлагаем вашему вниманию клетку для крупных птиц Риол BC02. Данная клетка вольер подходит для содержания средних и крупных птиц, таких как ара, розелла, кокоду, жако, карелла. Вольер оснащен колесами для перевозки. Для удобства ухода за клеткой предусмотрен выдвижной металлический поддон, решетка также выдвижная. Створки решетки на крыше этой модели раскрываются и фиксируются при помощи жердочки, образуя присаду для выгула птиц. Все детали покрыты износоустойчивой эко-эмалью. Приступим к сборке. Задняя стенка снабжена планкой, направляющей для фиксации лотка для мусора. На раме стенки болтами закрепляем соединительные планки. Нижние планки снабжены направляющими для лотка для мусора. Отверстия под боковые решетки должны быть сверху. Также болтами закрепляем планки. Устанавливаем боковые стенки решетки, вставляя штырьки в отверстия на каркасе рамы клетки. Для удобства можно немного ослабить крепежные болты и после установки решеток снова их затянуть. Устанавливаем фасадную раму клетки и закрепляем болтами. Немного ослабив крепежные болты, устанавливаем створки присады. После установки створок снова затягиваем болты. Внизу клетки вольера устанавливаем лоток для мусора. Затем решетку. В окошке на боковых стенках устанавливаем кормушки. Внутри клетки размещаем жердочки.
На крыше, используя укороченную жердочку, устраиваем присаду. Клетка собрана. Зазор между прутьями 18 мм. Далее приводим основные характеристики клетки для крупных птиц Триол BC02. Надеемся, наш видеоролик был вам полезен. Спасибо, что были с нами. Следите за новостями на нашем сайте и на YouTube-канале.